Ночь предопределения лучше тысячи месяцев. Лейлятуль-Кадыр – одна из значимых ночей во время Рамазана. В эту ночь, согласно хадисам, были переданы первые строки священного Корана. Исламский мир встретит ее с 19 на 20 мая. Ежегодно верующие эту ночь проводили в мечетях за чтением молитв. Но в связи с пандемией в духовном управлении призывают прихожан встречать священную ночь дома, так как мечети будут открыты только в дневное время. 18 мая двери храмов открываются для совершения индивидуальных молитв, чтения Корана и проведения обряда религиозного бракосочетания, но со строгим соблюдением санитарных норм и особых требований. Наши имамы перейдут на усиленный режим работы. Прихожан собираемся запускать поэтапно. Например, в комнате для чтения Корана не должно быть более 10 человек одновременно. Находиться в мечети можно будет только 15 минут. Коллективные намазы не будут совершаться. Молитву следует совершать в специально отведенных местах на расстоянии в 1,5 метра и покинуть мечеть сразу после завершения намаза. Все прихожанам необходимо использовать антисептики, установленные у входа в мечети, надевать маски и медицинские перчатки. Дезинфекция будет проходить каждые 3 часа, отметили в духовном управлении. Стоит отметить, что в комнатах для религиозного бракосочетания, никах, должны присутствовать лишь свидетели молодоженов, согласно правилам шариата. Мечети будут открыты только с 7 утра до 8 вечера. В ночное время мы закрыты. При проведении никаха должны присутствовать лишь 4 человека. Имамы и прихожане должны надевать маски и медицинские перчатки.